К другим новостям. Автокражи в стиле хай-тек. Стражи порядка задержали мужчину, который проникал в чужие машины, пользуясь устройством, позволяющим перехватывать коды автосигнализации. Орудовал в основном возле школ и детских садов, пока мамы были заняты детьми. 4 сентября в управлении полиции Петропавловска обратилась жительница города, у которой с салона иномарки исчез кошелек. Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге. Следов взлома криминалисты не обнаружили. Через 4 дня произошло аналогичное преступление. Подозреваемым оказался 56-летний житель Кызылжарского района, ранее неоднократно судимый за различные преступления. Полицейские изъяли часть похищенного, а также электронное устройство, которое он использовал для доступа в чужие авто. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.